Всем привет, всем привет. Давайте начинать нашу лекцию. Сейчас, секундочку. Да, еще раз всем привет. Как ваше настроение, как дела? Привет, привет. Привет, доброй ночи. О, у тебя доброй ночи, здорово. Как настроение, ребят? Плюс, 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 плюс. Всем плюс, плюс, плюс. Давайте я сразу начну презентацию вам шарить, чтобы мы долго на этом не задерживались. Сегодня замечательный вечер, чтобы поговорить о прекраснейшей теме. Мне эта тема нравится, это тема, которая используется повсеместно в каждом проекте, который я делаю. И давайте посмотрим, что это вообще такое и как с этим работать. А сейчас я сделаю демонстрацию презентажки. Так, слайд-шоу. Это мы завершаем. Алексей Власюк. Видимо, так читается твоя фамилия. У тебя очень созвучная фамилия с Власиком. Вот. Это такой исторический персонаж у нас есть в России. Точнее, в Советском Союзе был. Демонстрация экрана. Как же трудно это все здесь делается. Запись идет. Значит, запись вы точно получите. Так, начать демонстрацию экрана. Так, разрешить. Да. Весь экран. Да. И погнали. Поделиться. Оп. Вы должны все это видеть. Ну и поехали. Так, ну вообще готово? Нет? Если готово, то поставьте, пожалуйста, два жирных плюса в чат. Два жирных плюса в чат. И вот Евгений сразу пошел. Алексей. Прям замечательно. Погнали. Сегодня мы будем говорить про архитектуру UI на паттерне MVP Passive. Но на самом деле другие тоже затронем сегодня. У нас достаточно такая большая лекция получится. Надеюсь, что мы уложимся. Если нет, то жаль будет. Так, ну, вы уже сказали, что меня видно и слышно. Это здорово. Но давайте теперь проверим, что у нас, допустим, видно Unity. Если видно Unity, поставьте U в чат. Если все здорово. Огонь. U вижу. Если Rider видно, поставьте, пожалуйста, букву R в чат. Так, давайте я тут все пока скрипты закрою. URRR. Все, здорово. Технические моменты мы решили, поэтому давайте я представлюсь. Меня зовут Терентьев Николай. Я являюсь архитектором Unity девелопером в Somnium Fabri. У меня есть мой телеграм-канал, который я веду как условно личный дневник свой. Называется он Plov Code. Вы можете подписаться. Я там выкладываю обычно классные материалы, свои эмоции, ну и вообще то, что я думаю. Также там есть информация, например, или история моя, как я с нуля дошел до позиции медла за полтора года. Об этом я тоже писал. Ну и работал за это время в различных студиях. Sentry Games, Waller Games, Hurricane Studio Games и Top House Studio. Вот. Есть у меня опыт разработки, программирования. Ну и вот сейчас я являюсь руководителем курса, на открытом занятии которого мы сейчас все и находимся. Так что я себе рассказал. Правила вебинара у нас сегодня следующие. Активное участие от вас, то есть можно всегда задавать вопросы, да и нужно, иначе зачем мы здесь собрались, если не задавать вопросы. Я их увижу в чате, но не сразу, потому что у меня чат не всегда перед глазами, то есть мне приходится до него добираться. Так что прошу отнестись к этому с пониманием. Маршрут у нас сегодня следующий. Мы сначала познакомимся. Ну, я уже про себя рассказал. Дальше немножко я бы, конечно, хотел познакомиться с вами. Расскажу пару слов про Otus. Далее мы уже перейдем непосредственно к контенту. Рассмотрим, какая у нас есть проблематика. Далее мы реализуем паттерн MVP Passive. После этого я также пару слов скажу про курс вообще сам, про то, что мы здесь проходим. Ну, в общем, такая достаточно базовая информация. Ну и после этого я еще поясню разницу между другими MVX-паттернами.
И, наконец-таки, после этого всего мы проведем рефлексию, сделаем выводы, как и что прошло. Вот. Если маршрут вебинара вам понятен, поставьте, пожалуйста, букву М в чат. Почему Rider, а не Visual Studio? Потому что Rider мне намного удобнее, чем Visual Studio. Так, М. Вижу. Здорово. Good. Так, это давайте я скрою. И так я уже рассказал себе, давайте я тоже познакомлюсь с вами. Напишите, пожалуйста, в чат ваш опыт работы в Unity. Работали ли раньше с паттернами и VX, и если да, то с какими? И с какой основной целью вы сегодня записались на занятие? То есть, что вы хотите сегодня узнать в рамках этого занятия? Я думаю, это поможет мне, наоборот, на какие-то внимание, темы более акцентированно рассказать. Давайте вот так немножко, буквально пару минуточек на это уделим, просто пообщаемся. Все-таки у нас такой сегодня больше общительный вебинар, мы будем обсуждать, кодить, да и вообще просто делать игры. 3 года поподробнее разобраться в паттерне. А до этого паттерн не использовал, верно? Или использовал, но не получилось. Такое тоже может быть. 1 год в основном с MVC, разобраться с другими MV-паттернами. Не понял как. Окей, тогда мы сегодня все это сделаем как раз таки. Ну, я надеюсь, что у меня получится. Так, Женя и Сергей написали. Артем, 1.5 года, сам паттерн не использовал, хотелось бы посмотреть на примере. Все, good, здорово. Учусь на Basic, разобраться с паттернами в целом, что это. О, круто. Привет, Саша. Алексей Васюк. 7 лет, MP не использовал, хочу тоже посмотреть. Ничего себе, Алексей, у тебя большой опыт в Unity. Здорово. Как-то даже неожиданно, что MVP не получилось использовать. Так, ну и в целом... Давайте, если кто-то еще напишет, я тоже это прочитаю. Пойдем дальше, потому что сегодня материала много. Ну и прежде чем мы начнем, пару слов о том, где мы находимся. Есть образовательная компания Otus. Они делают авторские онлайн-курсы для различных спецов, в основном для middle плюс специалистов, ну, для middle и старше. А так вообще есть разные направленности, но вот мы конкретно на прошке сейчас. Ребята имеют образовательную лицензию, поэтому, если что, вы можете получить все необходимые документы по повышению квалификации, государственного образца, все как полагается, ну и также сделать налоговый вычет. То есть наверняка кто-то из вас работает, там, допустим, официально, и можно получить такую копеечку с полученного образования здесь. Также есть различные направления курсов. Вы видите всех их на экране. Мы сейчас находимся вот здесь на геймдеве. В сумме по этим направлениям у нас больше 130 курсов. Так что есть из чего выбрать, так сказать. Пару цифр. Тут важно, наверное, то, что 600 плюс преподавателей делятся различными там знаниями. То есть реальные спецы. Вот за что люблю. За то, что здесь реально есть люди, которые там используют это в проекте. Не просто... Там, знаете, вот это инфо-цыганство, да, типа, вот это надо использовать и все. Нет, тут мне нравится то, что мы рассматриваем конкретную проблематику, с которой там работали разные преподаватели. Вот, ну, и, конечно, там 7 лет уже со дня основания компании, 38 тысяч плюс учеников, выпускников. В общем, ребята большие и достаточно хорошие. Вот и все. Тогда погнали говорить уже про сегодняшний контент. Давайте MVP в чат, если вы готовы. И мы будем начинать. Так, ну, вроде никто про себя больше ничего не рассказал. Ну, ничего страшного. Может быть, кто-то еще поделится в течение дня. В течение этого кратенького вебинара на 1.5 часа. Огонь. Да. Пару слов о том, куда мы хотим, к чему вот мы хотим прийти. Это первое. Понимать, как вообще создать, например, поп-ап магазина с помощью паттерна MVP Passive. Здесь уже даже немного проблематика наша есть, типа, что нам нужно сделать. Далее, различать паттерны MVX, то есть какие они бывают и в чем их различие. Мы это
коротко затронем. У меня есть на это схемки, слайды. Ну, вот прям на примерах сегодня понять этого, к сожалению, так не сможем, но я постараюсь базовую мысль какую-то донести. Ну, и давайте начнем, конечно же, с проблемы. То есть, какая у нас проблема? То есть, мы же не говорим про вот эти паттерны вне контекста проблем. Мы конкретную штуку решаем. Вот у нас техническое задание. Нам нужно реализовать окно магазина с помощью паттерна MVP, нового MVP Passive. То есть, что у нас уже есть? У нас есть система товаров, верстка интерфейса и архитектура. Ну, архитектуру я убрал, поэтому у нас остается только верстка интерфейса, ну и в целом система товара какая-никакая. Давайте я вот на проект зайду. Что у нас есть? Вот у нас есть pop-up market, вот так он выглядит. То есть тут должны у нас располагаться объекты. А вот так у нас выглядит верстка продукта. Ну, вот, допустим, у нас есть какой-то программист, который сделал для нас верстку. Кстати, давайте я вот это удалю. Все. Они уже есть в каком-то виде. В каком виде вы есть? Да, они уже есть в каком-то виде на сцене, но тут плохая верстка. Нужно этот момент порешать сейчас, почему оно так отображается. Ну и вот это с вами будем сейчас все это делать. Не нравится, что оно такое большое. И... Есть у нас продукты. Вот у нас есть продукт-каталог, вот у нас есть различные префабы, вот продукты. Вот у них есть различные иконки, есть description, есть price. То есть самый достаточно такой базовый продукт, которым мы можем работать. Так, и... И вот с этим каталогом, с которым мы тоже будем работать, тут все достаточно просто. Вот у нас есть продукт, sprite title... Description price. Вот так вот это выглядит. Ну и в целом это все, что у нас есть. Надо теперь нам сделать магазин, с которым мы будем уже работать. А магазин у нас будет работать достаточно просто. У нас есть монетки. Ну, тут они уже даже видны. Вот здесь есть у нас тоже сверстан уже какой-то виджет money простой. И нам нужно теперь реализовать создание товаров и покупку их через UI. Вот так вот. Все достаточно просто. Ну и если техническое задание вам понятно, давайте ТЗ в чат. Может быть, вопрос какой-то уже есть. Типа, как, может быть, не знаю, по техническому заданию, может, что-то непонятно. Ну вот, нам нужно сделать такое. ТЗ. Да, смотрите, я сразу взял достаточно просто пустой проект. Здесь вообще ничего нету по скриптам. Как таковых, то есть все достаточно дефолтно, но здесь есть, да, там, может быть, базовые элементы, типа канвасов, ну, скриптов здесь, в общем, нету. Так что все с нуля сейчас попробуем написать. Для меня, на самом деле, тоже будет сейчас импровизации, потому что челлендж, видимо, у меня сегодня такой, импровизировать. Давайте я пока сделаю папочку скрипт. Всем привет, запись будет, да, запись будет, она вам будет выслана на почту. Ну и погнали. Что я делаю, когда делаю что-то впервые или вот так импровизирую? Я делаю сначала эту фичу в тупую, ну то есть максимально просто, чтобы она работала, чтобы... С ней можно было как-то взаимодействовать, и поэтому давайте мы ее также сделаем. То есть смотрим на то, что у нас получается, и попытаемся просто в тупую, без каких-либо там паттернов, ее сделать. Вот как бы, как мы бы ее делали. Вот. Это хорошо, если в порядке все расскажешь, что и как делать. Ну, тогда поехали. То есть давайте в тупую пока начнем это делать. Во-первых, нам нужно доделать нашу верстку, поэтому давайте начнем именно с нее. То есть, допустим, просто мы получили не совсем качественную верстку. Так, давайте я сначала проверю, что тут у нас есть. Контент вот у нас есть, да? Текст, ага. Если я уменьшу, то ничего не получится. Все так же уменьшаю, тоже ничего не получается. Ага, это pop-up market. Все, я понял. А, все, окей. Так, вот у нас есть контент. Ага. Health potion. И что-то тут явно с версткой, поэтому давайте я сейчас ее сделаю вот такой, уменьшу ее
Так, а наверное, нам даже вот этот pop-up продукт и не нужен будет. Давайте я его пока просто уберу. Вот возьму pop-up маркет. То есть у нас будет вот только... Да, что это такое, Яна? У нас будет... Вот эта менюшка. Вот, и мы через эти кнопки будем покупать. Не будем усложнять. Так, ну давайте вот это все мы сейчас будем уменьшать. Так, ага, то есть здесь вот так вот это сделано. Ну, значит, нам нужно будет контейнер main уменьшать. А, ну вот, то есть этот контейнер мы сейчас уменьшим. Давайте я поставлю что-нибудь там, что у нас есть, 600 на 600. Ну, вот, хорошо выглядит вроде. Ну, можно, конечно, сделать, допустим, 2000... Ну, короче, вот такой UI, да, чтобы смотрелось прикольно. Кстати, а если я сейчас верну все, как было? Да, вот так можно сделать, то есть, чтобы для вертикального. Ну, пусть будет для вертикального. Так, все, здесь мы разобрались. И все, давайте теперь в тупую делать. Вот у нас есть pop-up market. Давайте я буду просто на одном скрипте все это сейчас писать. То есть, делаем максимально просто. Это будет у нас что-то типа market system. Ну, пока что так. Какой-то у нас маркет будет. Shop system. Все. Вот у нас идет monobehavior сразу. Давайте с ним и начнем работать. Open lesson. Все. Ну и с чего же мы начинаем? Мы начинаем с того, что нам нужно вот эту менюшку как-то открыть. Вот, поэтому давайте с него и начнем. То есть нам нужен какой-то объект, да, который мы будем открывать. Public game object. Делаем максимально просто. То есть нам нужно открыть pop-up market какой-то. Pop-up, market pop-up это будет. То есть список наших объектов. Market pop-up. Нам его нужно открыть. То есть пишем кнопку public void show pop-up. Show market можно даже, да. Дальше мы делаем кнопку button. Market pop-up set active true. Все, вот мы открыли наш pop-up. Теперь, ну, можно даже это проверить на всякий случай. То есть, если сделаем вот это наше первое движение. Загружаются у нас скрипты. Такое бывает. Unity все-таки не быстрый. Вот, у нас есть pop-up market. Кстати, вот этот pop-up продукт давайте я удалю. Вообще полностью мы с ним сегодня работать не будем. Pop-up market. Все, запускаем сцену, нажимаем show market. И у нас неожиданно вдруг новый reference exception. А, ну да, здесь у нас есть какие-то еще листы. Давайте мы их тоже удалим. Не удалил, видимо. Все, еще раз запускаем. Смотрим еще раз. Ну все, да. Все, теперь мы его открыли, теперь его нужно как-то закрыть. Вот есть кнопочка закрытия, и нам нужно что-то с ней сделать. Вот, и для этого у маркета у нас должна быть кнопка public button close button pop-up. Все, теперь мы на, допустим, awake делаем close button, close pop-up button, наоборот. Мы делаем add, так, onClick, add listener. И максимально просто делаем call для закрытия market pop-up. Set active calls. Все, смотрим, проверяем. Достаем ссылочку. Ну как же это долго, а? Почему-то это долго сегодня. Почему-то это долго. Окей, вот нам нужен button. Так, где у нас button? Button close. Вот я вижу, тут тоже уже есть какие-то скрипты. Давайте я их тоже все почищу, чтобы у нас был чистый button. Ну и давайте я здесь тоже prefab dash unpack сделаю. Здесь тоже есть какие-то уже анимации. Ну, для нас они не сильно интересны. Нам нужен все. Button close. Чистый button. И давайте я сейчас button close навешу на наш pop-up. Все, погнали. Show market, button. Все, вот мы уже сделали функциональщину нашу.
Теперь в этот маркет нам нужно класть нужные нам слоты с вьюшками. Вот, view продукт у нас есть, да, которые нам нужно положить. Все, погнали их класть. Market System, значит, нам нужен здесь public game object product view, да, наверное, какой-то, как он так-то будет называться, prefab. Нам нужен prefab. Дальше нам нужен контейнер, то есть нам нужен transform для product view контейнер. То есть куда нам это нужно положить. Дальше мы делаем следующее. После того, как мы открыли show market, нам нужно заспавнить наши все продукты. Для этого нам нужно продукт каталог наш. Продукт каталог. Так, наверное, вот этот. Сейчас я проверю, точно ли он. Да, звучит как он. И мы по всем продуктам пробегаемся. Продукт каталог. Продукт. Так, продукт. И для каждого нам нужно создать prefab. Давайте его создадим. View равно, то есть это продукт уже view будет такой некий. Ну, какой-то менюшка, да, какая-то вьюшка будет. В которой мы просто через instantiate положим продукт view prefab и сделаем transform. Ой, transform, только здесь контейнер. Product view контейнер. Все. То есть у нас сейчас должны создаться все вьюшки. Пойдемте посмотрим, как это будет. Пока прочитаю ваши вопросы. Почему на Awake подписка и нет отписки? Потому что мы делаем в тупую. То есть принцип в тупую. Unity Game Developer Professional. Название нет ошибки. Это точно Professional? Да, это точно Professional. И мы сейчас делаем в тупую. Для тех, кто не видел слайд, тут написано «Делаем в тупую». Все. Почувствуйте себя джунами на прошке. Так. Давайте, то есть я хочу вам сейчас, то есть самое главное, что я хочу вам сейчас донести, я сейчас вам покажу проблематику. То есть мы сейчас плавно просто идем к тому, чтобы создать вот эту вьюшку, вот максимально просто, вот чтобы на нее посмотреть и понять, вот где же там проблема. Я думаю, что вы уже сейчас, вот даже в чате, вы можете прямо в чате накидывать, типа, какие вот вы проблемы видите. Вы можете написать «проблема», двоеточие, и вы можете писать «вот, нет отписки-подписки, что делать?» Ну, или, допустим, то, что вы видите. Там, типа, стример ошибся, условно. Так, product view prefab нам нужен, да, у нас он есть, вот он, view product, game object. Дальше нам нужен контейнер. Так, контейнер у нас, давайте я открою, посмотрю, что у нас за контейнер. Вот контейнер products, вот у нас viewport, вот контент есть. Все, здорово, мы берем эту штуку, сюда кладем. И product каталог нам нужен. Так, тут главное не ошибиться. Ну, давайте вот, я возьму из всего продукта каталог. Все, здорово. Так, скрываем этот объект. Ну, или можно даже... Ну, давайте, продукт маркет мы скроем. Он же у нас здесь продукт маркет. Все, здорово. Теперь show market. Опа, и у нас есть уже три вьюшки. Все, то есть закрываем, открываем, и у нас опять три вьюшки. Короче, у нас куча уже ненужного кода. Давайте это исправлять. То есть нам теперь нужно куда-то это складывать. То есть у нас должен быть такой-то лист. Давайте его приватным сделаю, потому что нам не нужно его видеть в инспекторе. GameObjects. ProductView. Проинициализируем сразу. И что мы делаем? Мы добавляем ProductView, add ProductView. Чтобы когда мы открыли вновь, мы могли пройтись по всем этим объектам и почистить их. Делаем view, берем отсюда, дальше мы это дестроим. View, ну, предварительно можно это, конечно же, почистить. Remove, view, все, удалили. Теперь у нас всегда будут только по три предмета содержаться. Давайте еще раз все это посмотрим. Да что ж такое? Почему сегодня так долго компилируются скрипты? Давайте я что-нибудь ненужное закрою. Так, это мы завершаем. А, я еще и на VPN сижу, ребят. Прикиньте, я с вами на VPN сижу, и при этом все хорошо. Не лагает же трансляция? Я надеюсь, что нет, потому что я VPN забыл выключить.
Так, закрываем, открываем, и всегда у нас по три объекта. Все. Это нас радует, это то, что нам нужно. Здорово. Теперь нам нужно идти дальше. Нам нужно вывести актуальную информацию о нашем объекте. Делаем максимально просто. Get component. Так, product. Да, product view точнее. Но вот здесь, кстати, возможно, мы уже не сможем сделать через get component, потому что у нас view продукт достаточно сложный продукт. Сейчас посмотрим, что там есть по тексту. Но, скорее всего, уже вот здесь мы не сможем сделать отдельно, ну, сделать прям максимально в тупую. Нам нужен уже будет дополнительный скрипт. Смотрим view продукт. И видим, что да, у нас здесь есть title, description, button by у нас здесь есть, который тоже вообще имеет дофига всего. Ну ладно, давайте я вот это оставлю, by button, пусть он будет. Вроде ничего не мешает, пусть будет. By button это просто скрипт, который отвечает за кнопку. Окей, теперь нам нужно вот с этим продуктом как-то работать. Ну, для этого, скорее всего, да, нам уже понадобится новый скрипт, потому что у нас вот проблема. Все, мы столкнулись с проблемой, что нам нужны отдельные поля, чтобы настроить, в нашем случае, у продукта есть description, icon, price и title. Все, теперь мы после этого берем и делаем public class, public void, product view. Сейчас эта штука будет, понятное дело, manbehavior, потому что мы все еще делаем это в тупую. И что у нас происходит? Скрипты. Что-то у меня сегодня с скриптами. Мне кажется, вот эта штука, она очень сильно лагает. Можно в методы это вынести. Так, там, видимо, про что-то диалог был, но я сейчас уже не в курсе. Так, давайте я это тоже закрою сейчас. Почему-то у меня очень сильно лагает, и я не знаю, с чем это связано. Показывающий грустно. Так, вот, да, вот у нас ошибки появились. Product view, monobehavior. Ну, пожалуйста. Извините. Не то написал. Public class. Да что такое? Не надо мне создавать новый шаблонный класс. Все, product view. Сразу, ну, не будем пока выносить. Смотрим, какие нам нужна, какая нам нужна информация. Ну, мы помним, что нам нужно, смотрим на продукт, смотрим, нам нужен title, icon, description. Погнали. Public, что у нас нужен? Текст tmp pro берем, понятное дело. Это у нас title. Public tmp текст, это у нас description. Description. Дальше нам нужен image. Это icon. И нам нужен... так, что нам еще нужно здесь? Price. Нам нужен tmp текст, price текст. Все. Давайте сделаем уже здесь, наверное... Ну, можно публичный также оставлять, но вообще можно и приватный уже все это писать. Потому что мы сейчас будем работать именно... Давайте приватный я напишу это все быстренько. Private. Теперь мы это все фиксим неймингом и также здесь добавляем serialized field. Все. После этого нам вот теперь мы с этим product view можем работать. Давайте мы вместо GameObject здесь используем product view. Дальше мы здесь также используем product view, потому что мы здесь используем. Мы создаем теперь product view и теперь нам нужно сказать, что в этом product view мы хотим. Так, давайте я вот это перемещу. Установить текст, нужный нам. Ну, для этого мы что делаем в тупую? Set text. Давайте set title. Set title. Сюда мы прокидываем product title. Дальше нам нужен product. Product view set description. Description. Product description. Product view set price. Product price у нас есть. Product view set. И что нам еще осталось? А, set icon. У нас осталось product icon. Все, теперь что мы делаем? Создаем методы set title, title, set
Текст, product title. Здорово. Set description. Делаем абсолютно тоже так же. Set text, product description. Здорово. Set price. Вы не поверите, но мы делаем абсолютно так же. Но вот только тут есть уже нюанс. Ну, давайте просто сделаем price set text. У нас product price это int, но мы сделаем to string пока что. Максимально просто. И set icon мы делаем тоже так же. Icon sprite равно product icon. Здорово, здорово. Все, у нас работа сделана. Идем, делаем отдельный класс. Только не create derived, а... Мне нужно вынести это. Почему? А, все, я понял. Я сделал класс в классе. Все, вынесли это. У нас получилось теперь два скрипта. Market System и Product View. Погнали делать это в Unity. Смотрим, что мы можем здесь получить. Заходим во View Product, берем здесь, эти нам скрипты не нужны, нам нужен здесь Product View. Вот не задачка-то. Ладно, ничего страшного, переместим сюда. Title у нас здесь это title, а дальше description это description, а icon это icon и text value, да? А, да, здесь, я думаю, все. Окей, вот у нас теперь появился вот такой префаб, view префаб, в котором у нас есть product view. Давайте его запихнем в наш скрипт, view product, и полетели. Show market, и вот мы уже видим, что у нас есть предметы, которые мы заложили в нашу продуктовую линейку. Мы можем это закрыть. И у нас почему-то еще появляются различные другие предметы. Вот это уже не то, что нам нужно. Давайте мы это исправим. Это связано с тем, что я вот здесь destroy делаю view, а нужно нам удалять GameObject. Потому что когда мы удаляем view, мы удаляем именно скрипт, компонент productView. Вот здесь мы делаем destroy view.GameObject и все. Еще раз все это компилим, а я пока почитаю вопросы. А методы, которые удаляют и добавляют. Да, можно. Может лучше создание перенести в другой скрипт. Можно, но зачем сейчас? У нас проблем никакой нет. Зачем нам сейчас это делать? То есть мы исходим сейчас с проблемы. То есть мы сейчас делаем в тупую, чтобы вот решать какие-то свои проблемы. Главное сейчас сделать. Нагруженный скрипта. А чем она нам сейчас мешает? То есть у нас всего здесь 50 строчек кода. 50 строчек кода не то чтобы нагруженный скрипта. То есть нагруженность скрипта – это когда здесь будет, не знаю, 100-150 и будет миллиард разной логики. Примерно так. Все, product view мы сделали. Еще раз делаем show market, закрываем show market, закрываем. Так, я уже надоел мне дважды кликать на эту кнопку. Давайте я... А, ну она здесь будет, наверное, сейчас где у меня pop-up market. Здесь есть button close. Да, и здесь тоже есть куча различных. Так, navigation automatic, interactable, color tint. Давайте я сделаю color tint и вот это все удалю отсюда, потому что оно мне не нужно. Remove, remove, unpack, remove. Все. Стандартная кнопка. Еще раз проверяем. Открываем. Show market. Ну, ладно, все равно почему-то оно дважды кликается. Но в любом случае это так плюс-минус работает. Вьюха не моя, то есть ее кто-то делал другой разработчик, допустим, но вот она такая, какая есть. Все, теперь мы хотим купить это. Вот, у нас нажимается даже кнопка, но ничего не происходит. Теперь мы хотим это купить. Ну, погнали это делать. Что мы делаем? Мы делаем следующее. У нас есть product view, который мы вот здесь создаем. Мы его кладем в список, и теперь с этим списком нам нужно как-то работать. Для этого нам нужно создать product view. Нам нужно здесь создать ивенты, которые нам будут
сообщать нашу маркет-систему, что кнопка нажата, то есть сама кнопка, она находится в Product View. И давайте здесь ее сделаем. Называется она Buy Button. Buy Button. Что у нас здесь есть у Buy Button? У нас есть Ad Listener. Все, у нас есть Ad Listener, давайте с ним работать. Можно сделать on enable, давайте по канону сделаем, тоже не вопрос. Add listener, здесь у нас будет следующее. On buy button clicked, ну здесь мы просто обрабатываем это, ничего страшного здесь не будет. Не unity action мне нужен метод. Все, здорово, сейчас мы это будем делать. Сразу on disable пропишем buy button remove listener on buy button clicked. Все, нам не сильно важно, что там будет, нам нужно, чтобы на эту кнопку нажали. Дальше мы уже делаем проверку. После этого мы говорим, что на нас, на нашу Product View, хотят купить. То есть именно наш вот продукт хотят купить. Соответственно, нам также нужен здесь event action on product view. Ну, короче, давайте on buy clicked. Давайте так напишу. И мы здесь просто этот метод, action передаем. Все, мы его вызываем, а вот на этот action мы уже можем подписаться. И если мы сейчас это сделаем, то есть, например, вот здесь product view, да, product view мы сделаем on buy clicked. То есть мы ждем, когда что-то случится, то никакой информации мы не получим. То есть у нас будет фактически пустой метод. Мы не будем знать, на какой продукт мы кликнули, на что мы кликнули. Поэтому нам нужна информация о том, вообще, куда мы кликнули. Для этого можно поступить разными способами. Можно сообщить, например, какой product view сейчас у нас кликнут. Например, то есть on buy clicked, и мы сюда передаем product view. Но мы можем передать сами себя. То есть, когда мы передаем сами себя, мы уже получаем информацию, на какой product view кликнули. И после этого мы можем указать, допустим, ценник. Ну, нам нужен предмет какой-то, товар купить. Или, например, мы знаем, что у нас в этом product view есть какой-то товар, да, который нам нужно купить. Это можно решить разными способами. Давайте решим по-простому. То есть мы сейчас здесь сделаем паблик. Кстати, паблик не будем делать. Ну, можно и паблик, конечно, только сделаю я его автосвойством. Паблик, чтобы в инспекторе просто не видеть. Паблик продукт. Я прям сюда. Да, у нас же это продукт. Да, это у нас продукт. Вот этот продукт. Я прям сюда на него ссылку и положу. Так, import type, нам нужен вот этот продукт. Все, то есть вот здесь у нас будет лежать продукт. Get set автоматически сделаем. И теперь, когда у нас будет нажат на объект product view, мы можем узнать, а какой у нас вообще продукт. Продукт равно product view, продукт. И посмотреть. И вот уже с ним дальше работать. Например, у продукта есть price, да, с которым мы уже можем поработать. Давайте мы это и сделаем. Только вот здесь нам надо не забыть product view, сделать product равно product. То есть мы просто кладем туда ссылку, фактически наша product view становится контейнером для этого продукта, чтобы оно просто там лежало, чтобы когда на нее нажали, вот мы on product view by clicked, да, допустим, такое название даем, мы знали, с каким продуктом мы имеем дело. Теперь нам нужно его как-то купить. Соответственно, что такое покупка? Нам нужно потратить монетки. Вот, монетки, ну, так мы делаем в тупую, мы делаем здесь. Money, пусть у нас изначально будет 100 сразу money. Вот. Кстати, эти money нам нужно тоже куда-то выводить. У нас есть для этого объект. Ну, ничего страшного, сейчас мы это все сделаем. Мы спрашиваем, можем ли мы потратить money? Can we spend, ну или can spend, просто can, или can buy, да, can buy product. Can buy product, ну или даже сразу можем price здесь, price поставить. Если мы можем это сделать, то мы из наших монеток вычитаем наш product price. И, допустим, вот этот продукт
дебаг лог, ну, я пока что в дебаг выведу, ну, на самом деле этот продукт уже можно как-то дальше отдавать. То есть скажем, что мы его просто купили. Buy product. Ну, и здесь можем product title, да, допустим, вывести. Все, теперь can buy мы делаем метод, который нам возвращает bool. И смотрим, product price у нас больше или равно количеству наших монет. Если да, то мы можем купить. Кстати, давайте вот здесь мы можем еще... ну, давайте вот пока вот на этом закончим. Все, мы фактически реализовали покупку продуктов в какой-то степени. Так, сколько у нас времени сейчас? 20:41. Окей. Все, у нас здесь есть. Теперь нам нужно здесь ссылочку не забыть на button buy. И проверяем. Show market. Делаем buy. Вот, мы купили buy product, у нас уже количество монет минус 100, минус 200, минус 300, минус 400, минус 500. Это, кстати, странно, потому что вообще такого не должно быть. Смотрим, что я тут не сделал не так. Если product price больше или равно money-money, наоборот, меньше или равно money-money, нужно сделать. Если мы можем купить, то мы делаем это. Все. И проверяем, или не проверяем, ну давайте проверим, давайте show market, buy, вот, buy product, количество монет у нас 0, все, больше мы не можем купить. Все, мы реализовали в какой-то степени наш магазин. Давайте теперь еще монетки нам нужно вывести на экран, что типа они правильно выводятся. И что мы сделаем? Мы сделаем некий... скрипт, который будет у нас апдейтить монетки. Update money. Вот. Update money. У нас будет такой скриптик. Он будет в текст. У нас там просто текст. MP текст. Money текст. Он будет все это выдавать. Кстати, здесь еще else напишу. Debug log. Not enough money. А здесь мы просто будем... money текст, set текст, где у нас money, toString. Все максимально просто. Кстати, давайте еще посмотрим, какой у нас есть функционал buy button. Например, мы можем установить здесь set price. О, кстати, у buy button есть прям set price. То, что мы можем использовать. Set available мы можем сделать. Да, например, кстати, давайте с этого available мы будем вставлять в false, когда мы уже купили предмет. Делаем еще раз, покупаем монеты, все, у нас 100 превратилось в 0, это у нас работает. Замечательно, замечательно. Теперь давайте еще с маркетом тоже поработаем. Мы знаем, у нас продукт view есть, у нас есть set, available, да, можем сделать, ну, точнее, просто давайте deactivate button. Сделаем deactivate buy button. Buy button, create метод, deactivate, deactivate. И здесь берем buy button, set available, и нам нужен здесь available false. Сделаем вот таким способом. И вы спросите, дорогие друзья, а при чем здесь вообще MVP Passive? Куда мы пришли и почему нам рассказывают про то, как тупую сделать Market System и какой-то Product View? У кого такие вопросы сейчас возникают? Можете в чат, плюс в чат поставить. А я пока проверю, что у нас работает кнопка. Все, мы купили предмет, у нас кнопка стала неактивной. Кстати, вот с этим тоже можно поработать. Но это уже доп-логика. Давайте вот на этом закончим. То есть вот максимально просто мы сделали сейчас количество монет. Давайте я увеличу, допустим, 1214. Все, и можем все продукты условно так вот купить.
Все, вот мы сделали вот просто, то есть у нас есть продукты, они отображаются, вот такой маркет, он появляется, все здорово. Вот, сразу плюс, 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 плюс. Кто сейчас думает так же? Ну, а теперь погнали к нашей теме. Какие здесь вы видите проблемы? Давайте, вот у нас уже Market System, 90 строчек кода. Что вы видите здесь за проблемы? Давайте, стреляйте. Какие проблемы вы видите? То есть вот у нас Market System, и вот у нас осталось, вот у нас есть Product View. Два скрипта, которые нам позволили в той или иной мере сделать магазин, работу магазина. Максимально просто, то есть тут никакой заурядной логики нету. Вот что здесь не так? Какие вы вот ощущаете проблемы? Чувствуете, что ну что-то не так? Ответственность. Да, то есть у нас у Market System, во-первых, он называется Market System. Такое название вот, обычно всегда говорит, то есть если какая-то система, у него больше, чем одна ответственность. Это нарушение Single Responsibility Principle, принципа солида. Тут, да, очень много ответственностей. Он у нас работает и с money, и с продуктовой линейкой, и с продукт-каталог, и у него еще есть close pop-up button, короче, и что это такое, вообще, где тут market, непонятно. Окей, ответственность, дальше. Какие еще есть варианты? Ну, видимо, вариантов не так уж много осталось, да? Хорошо. А теперь давайте вот эту систему, вот, например, вот Женя сказал про ответственность. Сразу, сейчас, сразу можно думать над тем, что будут другие продукты, а значит, надо систему продуктов появления типа как Factory. А, ну, ты имеешь в виду, чтобы выделить вот это создание объектов в отдельную Factory, с которой мы будем работать, чтобы она занималась вот всей вот этой историей и выдавала нам просто конечный продукт. Да, такое тоже может быть. И давайте сейчас, вот раз Женя говорил, заговорил за ответственность, у нас явное нарушение ответственности. Прям тут бабки не ходи. И попробуем сделать эту систему уже на паттерне MVP Passive. Как же она будет у нас реализована? На самом деле, то есть у нас сейчас получается такая история, что вся логика и все представление зависит вот от этого скрипта. То есть все намешано, все у нас зависит. Если нам нужно как-то поменять логику money, например, can buy поменять, мы меняем логику отображения, show market. И вот эта зависимость, это очень большой минус системы проектирования. То есть ваша задача делать UI отдельным от игровой логики. Сейчас это не так. Сейчас мы пытались сделать в тупую, ну, как бы сделал бы какой-нибудь простой джун. То есть он бы сделал это максимально в тупую, еще бы там даже, может быть, сложнее эту систему реализовал, то есть она сейчас очень простая. Ну, скорее всего, будет еще было бы 100 строчек кода сверху. Вот. И давайте поговорим, что такое MVP Passive. MVP Passive – это паттерн, в котором есть три составляющие. Это модель, это вьюха и это презентер. Что и кто эти вообще люди, эти объекты? Вьюха – это то, что нам уже больше всего знакомо. В нашем случае вьюха – это вот то, что мы видим на экране. Где она у нас? Извините. Это то, что мы видим на экране. И даже если вы сейчас заметите, вот, например, view, самое банальное view, и даже если вы заметите, я это назвал как product view. Ну, вот просто это вьюха. Она просто отображает нам элементы UI. Вот в данном паттерне у нее такая задача. Давайте я... Где у меня? У нее такая задача. Вот здесь отображать вьюху. Дальше у нас есть модель. Вот модель... Это ваши данные. Это сервис, может быть, с вашими данными. Это вот ваша бизнес-логика. В нашей Market System бизнес-логика является вот этот продукт-каталог. Это раз. И является money. Это два. То есть у нас есть продукты, у нас есть money. Вообще еще делается отдельный объект, который работает с продукт-каталогом.
Вот, но мы сейчас это как раз-таки сделаем. И у нас есть презентер. Презентер – это контроллер такой, который стоит между двумя независимыми системами. То есть у нас модель может жить сама по себе. Это наши какие-то там бизнес-логика, которая может быть сама по себе. Вот. И чтобы ее связать именно с вьюхой, мы используем презентер. Презентер – это вот такой контроллер. А здесь сейчас указаны различные стрелочки. Это то, как зависят друг от друга данные объекты. Ну и сейчас давайте мы попробуем это все реализовать, если у вас нет вопросов по этой схеме. Правильно понимаю, что презентер – это скрипт, который принимает изменения и говорит, что делать? Да, он говорит, что делать, например, UI. То есть это обработчик информации от вьюхи и обработчик информации от модели. Например, у нас в модели изменился, ну, что-то изменилось, в общем-то. Давайте так. Добавился новый объект. Давайте вот так прям сделаем. Да. Добавился у нас новый продукт. И мы с этим теперь можем работать. Давайте это сейчас исправим. Например, я сейчас продукт-каталог, да, сделаю. То есть сейчас давайте. Я сейчас буду делать по этому паттерну. Сначала мы начнем с модели. Давайте начнем с продуктов. С наших продуктов сделаем модель. Это будет наш public класс product сервис. То есть это будет уже не конфиг, а некий сервис, то есть с которым мы будем взаимодействовать. Он может быть как монобихейвером, так и не монобихейвером. Давайте для простоты, чтобы вы поняли именно этот паттерн, я сделаю монобехом. Дальше я добавляю его вот сюда, продукт каталог. И из него я получаю продукты. То есть это вот наши продукты, которые у нас лежат в списке. Можно, кстати, вот здесь вот написано продукт. Можно еще из этого, знаете, как сделать? Давайте так и сделаем. Сделаем класс продукт дата. Продукт дата, которая у нас будет получаться из обычного нашего продукта. Вот здесь я сейчас допишу public продукт дата create дата. Ой, да, product data, который нам будет возвращать return new product data. И вот это будет наша модель. То есть это будут наши данные, с которыми мы работаем. Давайте в product данные теперь заведем public string description. Да. Можно сделать public string title, public int price. Давайте я еще сразу здесь public сделаю bool is unlock. И что нам еще там осталось? И иконку можно сделать. Ну, давайте сделаем иконку. Sprite icon. Все. И вот здесь мы уже будем работать вот в продукт-сервисе не с продуктами, а с листом продукт дата. Продукт дата. Сделаем здесь new list продукт дата. И на awake будем инициализировать эти объекты. Init. То есть мы будем пробегаться по всему продукт-каталогу. Var. Давайте у нас здесь будет products. Продукт. Мы будем продукт дату добавлять add product create data. Create data. Здесь мы это также указываем сразу. То есть нам нужен title равно title, icon равно icon, description равно description и price равно price. Ну, здесь все в целом замечательно выходит. Это можно еще по-другому подвязывать. Вот, можно здесь еще, то есть, давайте я сейчас сделаю и потом скажу, как еще можно это подвязать. Вот, у нас будет здесь продукт, давайте продукт дата равно продукт create data. Здорово. Все. Теперь мы можем с этими данными работать. С этими данными можем работать.
мы можем сразу, ну, то есть мы уже обращаемся не к нашему продукт-каталогу, который может, давайте сделаем его serialized field, private, да, чтобы он у нас был недоступен, а мы работаем уже с продукт-датой. И давайте я вот этот классик вынесу. Вот здесь теперь мы будем делать, ну, уже, так скажем, по нормальному, наверное, ну, как вам сказать. Давайте я то, что мы можем сделать. Давайте вот этот Market System у нас будет презентер. То есть это наш будущий контроллер. Презентер. Можно даже, кстати, не будущий, а прямо сейчас его переназвать. Пусть это будет Product View Presenter. Вот так. Product View Presenter будет. То есть мы уже действуем по логике. Вот мы делаем модель. Это наш продукт-сервис, да, какой-то, от которого мы будем получать информацию. И вот у нас уже есть презентер. Смотрите, какая у нас логика. Видите вот эти стрелочки? Что это означает? Это значит, что презентер, вот по этой стрелочке, полностью знает информацию о модели. То есть у него есть ссылка на эту модель. При этом у презентера есть ссылка на эту модель, да, и он может брать отсюда данные, при этом он ее слушает, вот. И неявно на нее подписан. Давайте сейчас, то есть вот эта стрелочка, она означает, что он знает о ней, то есть вот эта стрелочка – это прямая ссылка, а вот эта стрелочка – это не прямая ссылка, это есть между ними связь, и она происходит из-за того, что будет, например, у нас какой-нибудь ивент. Давайте мы этот ивент сделаем. Например, нам нужно, ну, задача будет добавить продукт в каталог. Давайте мы это и сделаем. Делаем метод addProduct void. Сделаем его через просто button, ну, чтобы меньше времени потратить, потому что времени очень мало, к сожалению. Обычно целой лекции не хватает, чтобы все это объяснить. Все. После этого мы добавляем продукт data add продукт create data, но здесь я не буду, там, нет, все-таки надо будет вот так вот сделать. И что мы делаем дальше? Мы говорим нашей системе, что у нас есть изменения в нашем продукт-сервисе. Мы говорим, у нас добавился продукт. Он продукт этот. И теперь on product этот мы вызываем invoke. Здесь надо не забыть добавить product data. Все, теперь мы на это можем подписаться. Мы реализовали с вами вот эту пунктирную стрелочку. Ну, сейчас реализуем. Давайте вот этот презентер возьмем. Тоже на awake обратимся к нашему уже не product каталог, а public product service. Product service. Мы к нему обращаемся и подписываемся on product added. Теперь мы это обрабатываем. Вот, это наш обработчик. То есть, когда у нас on product added случился, у нас получается product data, да, с которой мы уже работаем. Вот здесь у нас уже есть нюанс. Давайте вот это мы вынесем в отдельный метод, да, нам хочется вынести как будто это все в отдельный метод, createView, по крайней мере. Я знаю, что это можно вынести в factory, но пока точно сделаем отдельный метод. Вот, у нас есть createView, и я тут уже проспойлерил, это фактически наша вьюха будет. Только здесь нам нужен не product data, не product, а product data. То есть мы делаем здесь product, здесь у нас не хватает ссылок, давайте мы их добавим, это price icon, и еще можно даже unlock сделать, но пока что мы этого не делаем. Здесь мы также product заменяем на product data, здесь мы также заменяем на price, то есть мы уже работаем именно с данными, не с конфигами, а просто с нашей моделью. Product added, и что мы делаем? Просто create view. То есть когда у нас происходит добавление продукта в сервис, то есть есть какое-то изменение в нашей модели. То есть, что вот этим ивентом я хочу сказать, что
Когда у нас есть вот здесь изменения, презентер это слушает вот через эту стрелочку, через просто слушание модели. И таким образом получает информацию. Все, теперь мы можем, то есть так мы на Awake здесь подписались, мы можем даже не на Awake, а, например, на старте здесь сделать Add Product. Add Product, все, то есть мы можем сделать вот так вот. И тогда, когда у нас будет добавляться продукт на старте, то есть мы на Awake здесь подписываемся, ну, здесь уже идет тема игрового цикла, вот, но вообще в основном, когда мы подписываемся здесь на Awake, а здесь это происходит на старте, у нас все равно данные пройдут ну, в наш презентер. Я уже очень много изменений сделал, давайте теперь с этими изменениями поработаем. То есть теперь мы просто посмотрим, что у нас получилось. Пока мне компилится, давайте я прочитаю скрипты. Слушатель, грубо говоря. Нет, это не чистый слушатель. Вот у нас сегодня будет MVO, паттерн, вот он слушатель чистый. А это и слушатель в том числе, и объект, который взаимодействует на модель. Можно проще, так как продукт script в object не меняется в процессе, иконка названия, то можно в product data просто сделать просто ссылку на продукт. Да, я с тобой полностью согласен. Ну, давайте так, я уже это сделал, переделывать уже пока что просто времени не хватит. А так, да, этот момент нужно, можно сделать проще. Сейчас это чистая импровизация, то есть то, что я вам пишу, это вот делается впервые. Чисто на корячках, так скажем, объясняю тему. Что ж, пойдемте в Unity. Вот у нас теперь Game Interface, появился Product View Presenter. Теперь им нужен Product Service. Давайте мы его сюда и добавим. Product Service. Продукту сервису уже нужен каталог. Давайте я его сюда прокину. Вот у нас Product каталог. И теперь мы можем добавлять продукт. Ну и попробуем. Все, мы уже начали. Делаем Show Market. И видим, что у нас здесь ничего не произошло. С чем это связано? То есть, видите, у меня вот здесь контент, он есть, view product. И даже если я сейчас просто включу его, видите, у нас весь контент уже подтянулся. Но так как, когда я делаю show market, у меня чистятся все мои контент, ну, вот вьюхи, которые там есть, у меня из-за этого пропадает контент. Но ничего страшного, мы можем просто добавлять продукты через add product. И так как у нас есть подписка, разделение логики, то есть на вот этот Product Service подписан Product View Presenter, он добавляет эту логику во вьюхе. И вот здесь прослеживается вот эта стрелочка. То есть, видите, вот эта стрелочка, которая напрямую влияет на вьюху. То есть, еще раз, вот эта стрелочка, она обозначает прямое влияние на объект. Вот это косвенная связь, вот это прямая связь. В нашем случае Presenter влияет на вьюху напрямую. То есть, он, если мы сейчас зайдем, да, вот сюда, он здесь создает Create View и напрямую влияет на то, как она работает. И вот в этом случае у нас тогда есть Product View, да, на который мы напрямую влияем. У нас есть Product View Presenter и у нас есть Product Service. Вот у нас три скрипта, три, ну, как бы модель, Presenter, View. Теперь нам нужно обратную историю отработать. Вот эта косвенная стрелочка идет от view. То есть презентер слушает каким-то образом view. Ну, вот как было здесь с моделью. То есть, если помните, да, у product сервиса есть event. Мы его слушаем. Вот, можем посмотреть. Вот. Мы его слушаем на awake. Понятно, что можно сделать подписку-отписку. Но в любом случае мы делаем здесь вот этот момент. То же самое у нас сейчас происходит именно с product view. Вот я это сделал уже заранее. Это просто так получилось, что вот здесь у Product View я добавил как раз-таки вот этот event, который слушает наш Product View Presenter. То есть, когда мы нажимаем на нашу вьюшку, Product View слушает это, и после этого, то есть у нас уже есть вот эта стрелочка, нам нужно как-то взаимодействовать на модель. То есть он отсюда послушал и передал значение в модель уже напрямую. Ну, давайте так и сделаем. Что у нас происходит, когда мы покупаем продукт? Нам нужно
этот продукт активировать. Ничего страшного, пойдемте это сделаем. Мы просто берем продукт, который у нас является сейчас уже продукт датой, да, вот здесь посмотреть, это может быть, это, кстати, давайте продукт дата назовем, и что мы можем сделать? Мы можем сказать, что она будет из unlock. Из unlock, ну давайте unlock просто я там добавлю, или, смотрите, мы можем сделать по-другому, лучше сделать по-другому, давайте. Мы обратимся к нашему продукт-сервису и говорим, пожалуйста, откройте нам вот этот продукт. И мы прокинем сюда вот этот продукт, продукт дата уже это. Сейчас мы сделаем этот метод. Продукт дата. И, ну, здесь на самом деле уже по-разному можно поступать. Обычно здесь ID-шка просто прокидывается, потом ищется среди всех вот этих ID-шников и открывается продукт. Но в нашем случае, так как у нас уже есть ссылка сразу на продукт дату, мы можем, ну, прям так ее впрямую, ну, в прямом ее открыть. Из unlock равно true. Вот так вот сделать. А давайте я product data еще сделаю serializable, чтобы мы вообще видели, что у нас происходит в инспекторе. Чтобы совсем хорошо было. Все. То есть мы теперь реализовали вот эту прямую стрелочку. И все взаимодействие, оно дальше так и продолжится. То есть это вот такое цикличное взаимодействие, когда view сообщает презентеру через... Event, условно, через эту косвенную связь что-то произошло, то есть, например, там, нажатие на кнопку, презентер это обработал и думает, а что с этим делать? Он обрабатывает это как-то по своей бизнес-логике и отдает это модели. Модели это уже себе сохраняет, это просто данные, ну и давайте сейчас мы это посмотрим. Сейчас закомпилятся скрипты. Что-то прям очень долго сегодня компилятся скрипты. Вот у нас есть продукт дата. Запускаю я скрипт. Вот у нас появилась продукт дата. Давайте откроем show market. Сейчас у нас проблема, что у нас продукт дата осталась, а контент у нас нету. Поэтому давайте я сейчас это пофикшу сразу, чтобы у нас корректно работало. Для этого я захожу в Show Market, и вот когда у нас происходит вот эта история, я буду проверять. Что я буду проверять? Я вот, так, давайте я вот это закомментирую. А вот этот Create View, да, он Product Added. Я оставлю. То есть у нас будет фактически только вот этот метод, он продукт этот. То есть когда у нас продукт добавлен, мы ничего даже не делаем, нам просто об этом сообщили, мы просто вывели это на экран. Здорово, здорово. Сейчас у нас закомпилятся скрипты. Вот. Может быть, есть какие-то вопросы вот по текущему. Что мы делаем? Потому что вот основной паттерн я уже показал. То есть вот все вот это взаимодействие, вот от этой стрелочки, то есть когда у нас добавляется продукт в модели, дальше у нас в презентере это обрабатывается, создается вьюха. То есть презентер, кстати, вот здесь при создании вьюхи, он может обратиться это, ну, к какому-то классу, например, ViewFactory. Но здесь уже поскольку-постолько. Презентер сам в целом может это и создать. В зависимости от того, насколько у вас там логика завязана, то есть насколько у вас большая логика в этом презентере, он может как бы и сам это создавать, если логика не такая большая. Если логика большая, ну, вот, например, там большая вьюха, да, у вас создается, то уже лучше вынести, конечно. Полетели, show market, все, мы сразу видим, что у нас здесь объекты нужные появились. Когда мы нажимаем buy, мы видим, что мы здесь нажали buy, обработали этот ввод по нашему паттерну, обработали ввод и модели сказали unlocked нашу деталь, ну, unlocked деталь говорю, unlocked наш объект. Вот он написан, is unlock. Все, и таким образом мы выстраиваем все взаимодействие. Дальше, можно пойти дальше, конечно же. Смотрите, можно пойти дальше. И когда у нас произошел unlock, мы можем также сообщать public event action product data on product unlock. Unlock. И вот здесь on product unlock мы будем вызывать product data. И на это может подписываться уже опять наш презентер, который будет какую-то логику свою вводить. Например, смотрите,
Мы вот здесь сразу деактивируем батон. Зачем? Нам как будто бы не хочется сразу деактивировать батон. Мы просто, ну, вычисляем, что мы можем его купить. Кстати, вот эта логика can buy тоже выносится обычно, понятное дело, в money storage. Ну, просто времени сейчас на это нету, а так, если что, это точно выносится. То есть это лишняя ответственность, она не... Это не ответственность product view presenter, это ответственность money storage. Кстати, по этому поводу я тоже сейчас скажу. Все, мы просто делаем unlock, да? Просто делаем unlock и не деактивируем button. Дальше мы отправляем сообщение. Вот после того, как мы отправили сообщение в unlock, модель нам отправляет сообщение, что мы разблокировали, точнее, там, допустим, у нас разблокирован объект, значит, его купить нельзя. Presenter это обновляет, ну, обрабатывает и во вьюху придает эту информацию. Давайте мы это сделаем. On product unlocked. Unlocked. Давайте сделаем. Так, local variable, метод. Все, on product unlocked. Тоже вычисляем product data. Дальше нам нужно найти вьюху, в которой эта product data лежит. Ну, здесь все очень просто. Нам нужен product views, который first of default. И здесь нам нужно view. То есть мы сейчас находим view, в которой лежит наша дата, нужная нам. Product data. Ну, кстати, здесь по ID-шнику обычно сравнивается, не по дате. Ну, так как у нас одна и та же данная дата, то ничего страшного. View получаем. И смотрим, если view не равно null, да, то мы view говорим, что set, ну там, deactivate by button. То есть, так как мы ее уже активировали, разблочили, значит, мы купить уже не можем. И теперь заходим опять сюда. И сейчас посмотрим, как это будет работать. Презентер не должен создавать, он же должен только команды давать. Он может создавать. То есть если как бы не усложняйте прям сильно систему. Не нужно вот прям дробить класса на единственную ответственность. Это вот до конца делать этого не надо. То есть не надо вот прям выносить. Вы просто запутаетесь в классах, не надо усложнять. Делайте только то, что вам нужно. Если вам неудобно становится работать с презентером, который создает вам вьюхи, то делайте для него отдельный factory. Или нужно прокинуть много зависимости туда, да? Или, то есть, ну, неудобно это делать в презентере, вы это сразу поймете. Поэтому лучше выносите это. Но пока у вас нету с этим проблем, ну, не нужно особо это трогать. И вы не предвидите проблемы. Понятно, что вы можете предвидеть вот эту проблему, что create view делается. Ну, тогда, да, выносите это то, куда вам уже нужно. По factory, спаунер, там, не знаю, что угодно, что создает. А пока с этим проблем особых нету, например, как сейчас. Ну, то есть у меня прям нет никаких проблем с этой вьюхой. Ну, создается она и создается. Как бы никак логики особо тут не мешает. Потому что здесь еще есть другие скрипты, например, update money, can buy, вот это все. То есть вот эти 5 строчек кода можно вынести, да, в... Ну, 6 строчек кода можно вынести в отдельный factory, ну, если будет мешаться. Если не мешается, то не надо. Дальше. Все, проверяем, как это работает. Вот мы добавили все объекты, мы открываем market, мы покупаем, например, health potion. Все, и видим теперь, что у нас кнопка деактивирована. То есть после того, как мы из unlock, нам пришел вот по этой схемке обратный callback, что у нас, то есть от модели пришла информация, unlock. Презентер такой, без вопросов, view заблокировать. Здорово, все. И вот таким способом происходит взаимодействие между вот этими системами. А какая логика осталась в Product View? В Product View логика осталась для отображения информации и получения данных с этой вьюхи. Например, если вам нужно кликнуть на нее, если вам нужно вывести информацию, то есть она вот здесь хранится. Фактически это только ваш UI, то есть он работает чисто на вывод. Он работает для того, чтобы просто отобразить информацию. Все. Обычно вот вьюху я использую именно так. И вот это view
можно 100% переиспользовать, потому что она просто выполняет команды, которые извне к ней поступают. Она никак не взаимодействует с моделью, она никак не взаимодействует с презентером. Она вот просто сама по себе живет. Это такая независимая ни от кого сущность. Да, в нее можно положить все вот эти данные. Она с ними живет. Все окей. Вот. Так что с этим можно вот спокойно переиспользовать эту штуку. Ну вот понятно, что product data можно отсюда вынести. Вот. И то есть как это решается проблема? То есть product data сейчас нам мешает, допустим, переиспользовать эту вьюху в другом проекте, например, где у нас тоже есть продукты. Можно здесь составить лист или dictionary product view и тот объект, который в нем находится. То есть это было бы примерно вот так. Вот. Тоже используется история product dictionary, product view, например, product data. Да, вот это будет тоже product views, ну, плюс-минус, да, с ним уже будете работать. Но это не слишком удобно. То есть я сразу скажу, это классно, что вот product view presenter именно обрабатывает так вот. И это немножко неудобно, проще положить эту штуку в product view и с ней работать. Но вот тут уже в зависимости от того, чего вы хотите добиться. Так, вроде ответил на вопрос. Очевидно, по этой схеме должен быть еще мани-сервис, который работает с данными о деньгах игрока. Верно, Алексей, просто в точку. И давайте сейчас я вам покажу примеры остальные, какие еще есть. Да, еще есть использование MVP в проекте. Это у нас демо-проект есть на Отусе. Ну, короче, на курсе у нас есть демо-проект, в котором все эти паттерны используются. Вот, например, MVP в проекте. То есть для апгрейдов, для миссии, для инвентаря все используется вот это MVP Passive. Дальше, вот еще различные использования MVP. То есть все это спокойно как раз-таки кодится вот тут через ту схемку, которую я сказал. Вот, Model View Presenter. Поэтому называется. Вот, здесь еще есть приставка Passive. Это говорит о том, что вьюха ничего не делает, то есть она никакую логику не имеет, она пассивна, она независима, она просто принимает команды от презентера. Сейчас вы увидите другие паттерны, где это используется, ну то есть как это может быть по-другому. Есть ли пока на этом этапе вопросы, вот чтобы мы перешли дальше? То есть если вопросов нет, то поставьте минус, если вопросы есть, то плюс. Так, минус. Минус. Все, у остальных, видимо, вопросы. Если вы сейчас пишете вопрос, то 22 в чате поставьте, чтобы я понимал. Ох, это все бы потом еще раз посмотреть, как можно будет запись получить. Она вам придет на почту. Придет на почту, вы просто посмотрите по ссылке на следующий день. Чтобы вы понимали, ну ладно, давайте сейчас дальше пойдем. Вот, пока мы еще не закончили, вот, можно заполнить опросы занятий, то есть что понравилось, что не понравилось, вот пока вот прям в моменте, они у вас еще в закрепе. Вот, есть еще в закрепе, и можно заполнить опрос. Я пока расскажу про немножко Отус, ну, надо рассказать немножко. Если что, на курсе процесс обучения следующий. Все проходит онлайн в живом формате, то есть вот как мы сейчас с вами сидим, тоже так же мы собираемся на лекции, я их как бы провожу, и там другие преподаватели проводим также там, типа в Zoom, в живом формате по вечерам. Дальше, запись у вас навсегда сохраняется, материал у вас навсегда сохраняется в личном кабинете. По каждому домашке, которую вы сдадите, я запишу видеофидбэк, как и другие преподаватели. То есть именно видеофидбэк. Мы посмотрим ваш код, сделаем ну, замечание, там, посмотрим, что это и как. Дальше, на обучение время. От 4 академических часов на занятия, это в неделю, и 4-8 часов на домашнюю работу в неделю. Примерно столько надо будет потратить на обучение. То есть не получится халтурить, и я сразу об этом скажу. Ну и программа обучения, конечно же, обновляется, приходят новые преподаватели, вносят какую-то свою лепту, делятся своим опытом. Например, недавно мы набрали там 3 новых преподавателя. Если что, вот есть сайт, не знаю, могу я на него перейти, не могу, могу. Давайте я перейду. Ну, здесь достаточно подробно все описано, я прям много рассказывать про это не буду, затрону лишь, что у нас есть по программе и преподавателям. По программе у нас куча различных модулей, и если вы все это пройдете, вы вообще гигантские молодцы будете, потому что когда я проходил этот курс, а я выпускник данного курса, у меня не все получилось пройти прям хорошо. Ну да, я сдал, допустим, все домашки,
Но вот прям досконально разобраться в каких-то темах я, например, не везде успел. Вот. Только уже на проектах, в которых меня потом я работал, я уже пытался это все реализовать. Вот. Ну, самое прикольное, это, наверное, core механики, как это реализовывается, атомарный подход, entities, ECS, пошаговые механики, архитектура, сразу вам Zinject, V-Container, Solid, Grasp, все MVX-паттерны. Кстати, вот интерфейс игры MVP, мы сейчас вот на этом уроке, если что. Вот 11-я тема, да, вот мы сейчас здесь, если что. Ну, кому интересно. Ну и в конце вас ждет проектная работа, ясное дело. Что там у нас еще? Про преподавателей. Ой, блин, вот это я вообще обожаю. То есть у нас прям классные преподаватели, большой опыт имеют в разработке. У нас есть типа люди, которые работают AAA проекты. Ну, я, соответственно, да. Вот прям Александр Сахаров знает, как АИшку делать. Banzai Games и Ваня работает. Роман работает над проектами War Thunder около этого, то есть прям около этой студии недавно вот устроился. Тут еще Дуолет, он про VR может рассказать, так что есть у кого поучиться. Все, пару слов сказал, посмотрю, что в чате. Так, тут надо все пересматривать еще не раз. Как внедряется зависимость от магазина? Смотри, вот я максимально просто решил вам сделать, то есть фактически здесь еще подключается ну, DI-контейнер какой-нибудь, ну или вообще какая-то система игровая, и вот это все становится, например, не монобехейвером, потому что Product View Presenter, так как он обработчик, да, вот по схемке сейчас, вот по этой схемке, ой, не то, вот, по этой схемке он просто обработчик. То ему вот эти все view, вот эти, ну, как бы, сейчас, monobehavior методы ему вообще не нужны. Так же, как и модели. То есть модель тоже может быть не монобехом. И фактически из этого всего монобеха может быть только вьюха. Это очень хорошо для оптимизации кода, если что. Прям хорошо. То есть когда вы вот это все будете писать, просто регистрируя, допустим, в DI-контейнере, там, контейнер, bind и так далее, вы можете создавать вот этот product representer, делать методы там какие-нибудь iInitializable, или iGameStartListener, ну, это вот мы про игровом цикле будем рассказывать, то есть, если пойдете на курс, вот здесь мы рассказываем про игровой цикл, как вот делать это грамотно. Хорошая тема, обожаю, каждый проект использую, то есть, прям, я могу вот прям по пальцам вам показать, точнее, почему по пальцам, прям могу, ну, если вы хотите, там, могу прям рассказать тему, которую я вот сам использую из проекта в проект, который вот must have. И, да, то есть здесь пока это просто паблик, все. То есть продукт-сервис вот так вот у нас ставится здесь. Тут просто ссылка на сервис, да-да-да. Ну, ее можно прокинуть по-разному, говорю. Обычно Inject используется. Окей, выводы. Разделение view и model. То есть вы уже сами говорили, что... Вот Женя особенно говорил про то, что вот есть косяк с тем, что ответственности много в... объекте. Ответственности много в объекте, и мы как раз-таки этим паттерном, да, реализовали разделение зависимостей, разделение ответственности. То есть у нас есть вьюха, которая отвечает чисто за вывод на экран, у нас есть модель, которая отвечает чисто за данные какие-то, и презентер, который является связующим звеном. Все. Вот у нас такая схемка получилась. Это становится очень удобно. То есть, во-первых, вы переиспользуете интерфейс. То есть я уже сказал, что вы можете вот эту вьюху, так как она пассивная, вы можете переиспользовать. У меня есть целые блоки, у меня есть целые модули, когда я переиспользую эту логику. И вот она тоже из проекта в проект качует. Скорость разработки просто увеличивается, потому что вы можете обычную кнопку создать, текст вью создать, какой-нибудь pop-up создать, какой-нибудь прогресс-бар создать. Вот это все, оно влияет на переиспользуемость. Ну и, конечно же, легче поддерживать проект. Никто вам не мешает создать, во-первых, продукт-сервис, который будет реализовывать интерфейс iProductService. То есть там был разговор про интерфейсы. Давайте мы сейчас что-нибудь... Где у меня кнопка? Generate код, да? Вот. Да, не хочет интерфейс делать. Refactor this. А, ну вот, экстракт интерфейс. Никто вам не мешает сделать экстракт интерфейс, в котором вы можете вот как раз-таки сделать в два вот таких ивента, onProductEdit и onProductUnlocked,
прийти вот сюда и поставить сюда не продукт-сервис, а iProductService. И вы заметите, что ничего не изменилось. Ну ладно, давайте еще unlock надо добавить. Все. Вы заметите, что вообще ничего не изменилось. То есть фактически я сейчас сделал эту замену, ничего не потеряв. А вот то, как это будет там реализовано, это уже ваша задача. И таким образом можно делать грязные вещи именно с моделью. С вьюхой так не получится делать. С вьюхой, ну, как бы можно, но тогда вам нужна абстракция какая-то, именно монобьеховская. С интерфейсами не получится обычно. Обычно абстрактный класс делает monobehavior, допустим, для product view. Есть какой-нибудь базовый view, в котором можно настроить все эти параметры. Но вот конкретно с фьюшкой она используется именно конкретная. Вот. А вот это может быть заменяемо. Ну и да, легче поддерживать проект, соответственно. То есть после этого нужна вам другая реализация, вы используете другую реализацию с помощью интерфейса. Так, ну и повторяем. Да, вот у нас есть MVP Passive, это паттерн. То есть я вот сейчас остановлюсь, да, вот есть какие-то вопросы сейчас? Если вопросов нет, то можете минус поставить. Потому что я сейчас по другим паттернам пробегусь, и мы на этом закончим. Минус-минус. Да, то, что я понимаю, все люди заняты, хочется узнать больше, но вот не получается узнать больше за все вот за такое короткое время. Так, минус-минус. Окей, вопросов нету. Повторяем. MVP Passive. Вот такие у нас стрелочки, да, идут. То есть мы от модели получаем какой-то event callback, презентер его обрабатывает и на вьюху прям реагирует. То есть на вью напрямую реагирует. То же самое происходит от вьюхи. Он выдает event, презентер на него подписан и меняет модель. Ну, в нашем случае это покупка продукта была. Но есть еще и другие паттерны. Например, MVP паттерн. То есть это MVP Passive, а это Model View Presenter обычный. Что тут меняется? Меняется стрелочка. Это значит, что View знает про Presenter. Такое часто бывает, когда нужно не давать callback, а проще напрямую сказать презентеру, что изменилось, или нужно как-то ему помочь изменить состояние. В таком случае у вас вот в этот product view прокидывается сюда, ну, делается какой-нибудь метод construct, да, например, public void construct, и вот здесь уже прокидывается product view presenter. Ну, делает, соответственно, да, вот здесь private product view presenter. И мы можем напрямую взаимодействовать. Например, там, создавать вьюху, показывать что-то. Ну, то есть нужно какую-то информацию напрямую выдать. И это удобнее, чем создавать ивент на каждый чих. Это используется. Я сразу скажу, это используется, потому что обычно вот эти view presenter, они большие бывают. Нужно, например, какую-то информацию дать. Даже, да, вот, например, by click. Мы спокойно могли это реализовать с помощью как раз-таки вот этого view presenter и сообщить ему напрямую, что чувак куплен, что-то куплено. Это MVP паттерн. Дальше. Какие еще есть паттерны? Всего их еще есть MVO, Presentation Model, Model View Controller, кстати, кто-то с ним работал, и Model View Adapter. Еще есть MVVM, но у меня его почему-то здесь в презентации нету, но есть еще есть MVVM. Model. Model View View Model. По-моему, так называется. Или View Model. Как это называется? Окей, какая же у них разница? Model View Observer. Один из самых распространенных паттернов. Кто может сказать, для чего это можно использовать? Вы уже говорили об этом в чате, вот прям из нашего примера. Вот у нас есть штука, которую мы сегодня не доделали, да, я об этом говорил. Вот что можно с помощью вот этого паттерна сделать, зная, что есть вьюха, модул и вот есть какой-то обсервер. Вот именно по этим стрелочкам. Давайте, на такие. Я верю в вас. Так, пока IndieBoss спрашивает. А почему все общение между объектами не сделать на событиях? Подписка, одна строчка, опрокидывание 3-4. Да, можно, и поэтому я обычно использую именно подписку. То есть это проще, просто удобнее. Мне нравится это больше, как-то это более контролируемо, не знаю, вот мне как-то больше нравится. И есть моменты, когда тебе это становится неудобно. Ну, становится много ивентов нужно прокидывать, нужно много раз подписываться, нужно для них делать обработчики событий.
В общем, код базы расширяется, и проще, ну, напрямую что-то вызвать, чем создавать, подписываться, отписываться, там, не знаю, проще метод прокинуть. В любом случае, вот этот модуль View Observer очень хорошо ложится на монетки. Вот с помощью него всегда обычно делаются монетки или ресурсы, которые нужно вывести на экран. Модель – это Money Storage, то есть который хранит в себе монетки. Observer – это Money Storage Observer, который слушает, что количество монет изменилось. Ну, в нашем случае, вот помните, да, у нас есть Product View Presenter, у нас есть монетки. И мы просто здесь делаем Update Money, а могли бы здесь сделать какой-нибудь on money changed, ну, только это не здесь было бы понятно, что это другой презентер, и мы бы вызвали, что у нас изменилось количество монет. Все, вот на это уже подписан. Мы вот это все делаем, да, допустим, сейчас. Да, мы вот это все делаем здесь. Ну, не конкретно в этом объекте, это был бы Money Storage. Давайте я вот так пишу. Money Storage некий, в котором то есть наши данные. То есть, видите, Product Service, Money Storage, это все наши модели. И они дают нам callback. Money Changed, допустим. Здесь мы подписываемся на обсервером и выводим это на экран. Все. Вот в обсервере уже можете писать любую логику, как вам нужно это вывести на экран, с анимацией без, ну и также самое отдать это в вьюхе. Ну, хз. В плане Indiebosses, ну хз, ты по поводу чего? А, ты по поводу подписки. В общем, ты в основном прав. Есть моменты просто, когда это не совсем удобно. Вот так, я с ними сталкивался. У меня был такой опыт. Там было что-то 5 подписок. Вот. И в основном я использую именно вот этот подход, потому что просто удобнее. В большинстве случаев. Типа, 1-2 подписка, это вообще за глаза и делай. Дальше, Presentation Model Pattern. Ну и вообще, на самом деле, все вот эти паттерны, они, короче, если что, вот, кстати, я вот про остальные, я вам могу презентацию скинуть, если хотите, я вам презентацию скину, вы можете это все посмотреть, вот, я вам, это также вам на почту все придет, и вот эти схемки вы прям сами посмотрите, но в основном они отличаются только стрелочками, то есть то, как они получают ссылки друг на друга. Например, Presentation Model Pattern очень отличается от того, что мы уже привыкли, например, с вьюхой. Потому что view обрабатывает, например, ввод управления и отдает напрямую команду presentation model, то есть контроллеру, что нужно что-то поменять. То есть поток управления идет отсюда. При этом presentation model вообще ничего не знает про вьюху. То есть и ничего не знает, ну, точнее, про модель-то он знает, вот. То есть он ничего не знает про вьюху. Вьюха, она сама по себе там живет, она дает команде presentation модулу, он тут, в свою очередь, уже передает в модель. То есть вот здесь просто разница в стрелочках. То есть это то же самое, что MVP passive, но видите, как стрелочки меняются, что вот здесь вьюха у нас пассивная, а здесь она, наоборот, активная. Это называется presentation model. Дальше есть MVC, model view controller. Здесь логика простая, что нет у нас обработчика между вьюхой и моделью, у нас есть просто контроллер, например, пользовательский ввод, например, там, добавить монеты. Ну, даже не добавить монеты, добавить монеты, плохой пример. В общем, что-то изменить в модели, да? Есть какой-то контроллер. И у нас модель, которая сразу реагирует на вью. Но обычно это используется, я не знаю, при перемещении персонажа может быть использовано. То есть, например, у нас есть контроллер, который говорит, измени позицию модель. Вот. А модель изменяет уже саму вьюху. Ну, обычно это в Unity просто так используется. Например, объект. Да, это вот вьюха, это наш объект. Он перемещается. То есть он ждет, ну, как бы, изменения позиции и перемещает. Вот. А вьюха уже сама обрабатывает это. Model View Adapter чем-то похож на MVP Passive. Вот, но только это уже пользовательский ввод. То есть это не обработчик между моделью, потому что он ничего не обрабатывает, это просто пользовательский ввод, то есть в него что-то там положили, и он уже эту информацию разнес в вьюшку и в модель. Ну и model view model, у меня здесь картинки нету, но там примерно, там уже надо будет вам почитать. Вот, у меня здесь просто нет под этой картинки. Вопросы? Плюс, минус, минус, плюс. Минус у Indiebosses. Блин, какой классный у тебя никнейм, чувак. Indiebosses.
Ты инди-разработчик, я правильно понимаю? Хорош. Это уважаемо. Окей, вопросов нет? Рефлексия. Ребята, давайте я вам выдал, мне кажется, очень много информации. Я надеюсь, что вы справитесь сейчас и подумайте, достигли ли вы целей, которые я ставил перед этим вебинаром. Поставьте, пожалуйста, просто в чат, ну, там, цифру целей, которые вы считаете достигли. То есть, например, вы достигли первую цель. Понимать, как создать поп-ап магазину с помощью паттерна MVP Passive. Поставьте цифру 1. Второе. Различать паттерн MVX. Поставьте цифру 2. Все. Но я понял, что делал примерно так же, но из-за недостатка знаний о различной разновидности MVC называл презентер как-то типа шоп-контроллер. А, ну да, такое тоже может быть. Но главное, что ты это разделял. Это сразу плюс. То есть, раз ты это использовал. Так, только один, один. Ну да, то есть мы здесь про паттерны MVX очень мало говорили, именно другие. Но вот я базовую информацию попытался вам дать. Может быть, вам, если презентажку скинуть, то можете еще посмотреть. Один, два, но буду пересматривать, чтобы лучше усвоить и на практике сам пробую. Обязательно практикуйтесь. Как у нас там говорится? Практика без теории. Практика без теории. Теория без практики. Гроша ломаного не стоит. Как-то так, да, у нас. Обязательно попрактикуйтесь. Алексей, да, вот это круто, что ты используешь. Вот, но это нормально, что по неймингу ты по-другому называешь. У меня был недавно случай. Я делал adult игру. Вот. То есть меня пригласили делать adult игру. Срочно сказали делать adult игру. Вот. Так, ладно, давайте сейчас мы закончим вебинар. Возможно, просто кому-то надо идти, и я расскажу эту историю про adult игру. Вот. Так, окей. Один, надо еще изучать. Плюс-плюс. Все, окей, хорошо. Здорово. Так, информация о курсе. Напоминаю, вот, старт обучения. О, что себе, уже через неделю. Короче, через неделю начинаем, стартуем курс. 5 месяцев он длится. Ну, скорее всего, 6. Вот, потому что там еще проектная работа. Есть QR-код. Если что, присоединяйтесь. О, ничего себе, до 30 ноября действует скидка. Так что, вот, 15%. Обязательно заполните опрос на мероприятии. Ну, то есть, вот у вас наверху есть. Вот, есть. Пройдите, пожалуйста, опрос. Я все читаю информацию. Я всегда читаю всю обратную связь, которую вы пишете. Если вам даже не понравилось, напишите, пожалуйста. Преподаватель просто какую-то чухню унес, какую-то базовую историю, что это за про-курс, если нам про это рассказывает. Вы можете прямо так написать. То есть, я все читаю, пойму, может быть, что плохо, что хорошо. Ну и в целом на этом все. Спасибо большое за внимание. Если хотите, я вам сейчас расскажу историю про Adult и вот про MVP, то есть как мне это помогло. А кому нужно идти, то в целом можно идти. Потому что и так немножко затянулось, прошу прощения за это, в целом на 1,5 часа, но вот попытался все это вам объяснить. Пытался вам все это объяснить. Вот. Ссылка у меня не работает по отзывам. Да, не работает. Сейчас, подождите, секунду. Я тогда странно. Сейчас я сам проверю, работает, не работает. А, да, доступ запрещен. А, может быть, что? Почему доступ запрещен? Так, сейчас. Да, доступ запрещен. Мне, по крайней мере, так пишет. Сейчас я уточню техподдержки. Ну, ладно, если что, я напишу. Да, ошибка кидает. Я заметил. Да. Даже опрос не может, даже не могу обратную связь собрать. Что ж такое это? Ладно, так. Окей, давайте я вам скажу. Сейчас я демонстрацию сделаю. Да, если что, на это все, просто сейчас историю поделюсь, которая вот возникла у меня на паттерне этом. А я прошел вроде, но это было 10 минут назад. А, слушай, блин, может быть, она закрылась после часа полтора, но это, конечно, грустно, если так, прям грустно. Давайте я вам свою историю расскажу. В общем, так, давайте чат открою ваш. Дайте мне открыть ваш чатик. Все. В телеге напишем.
Да, можете в телегу написать. Я еще вот там телеграм-канал был, я тоже ссылку на него оставил. Так, а как мне... Во. Короче, была история недавно. Меня пригласили делать хентай-проект. Вот, меня пригласили делать хентай-проект. И со словами «нужно срочно помочь». Нужно срочно помочь там с контентом, с реализацией, с фиксом багов и так далее. И я прихожу туда, нету времени вообще на анбординг, нету времени на то, чтобы влиться в проект, нужно сразу идти делать задачи. Прям сразу, то есть сходу. И мне дают задачку с UI. Типа, нам нужно реализовать вот этот UI. Или посмотри, как это можно реализовать. Например, там сложность мне надо было сделать. То есть выбор сложности надо было сделать. Ну и что вы думаете? Я нашел презентер, я нашел вьюхи, попапы я нашел. То есть вот модель я нашел, откуда все это достается. И за счет того, что я знал работу этого паттерна, а ребята этот паттерн использовали, я прям практически мгновенно понял, что к чему, и начал работать. То есть я понимал, что ага, вот этот презентер, он обработчик, вот эта вьюха, она просто выводит данные на экран, допустим, или что-то еще подобное может делать. И вот есть моделька, в которой я могу эти данные запросить. Все, я начал сразу делать, и буквально там, ну, пару часов мне понадобилось, там, 3-4 часа, чтобы сделать там первую задачку. Что-то такое, 3 часа потратил, чтобы сделать первую задачку. И это благодаря тому, что ребята вот использовали паттерн, а я понимаю, как он работает, и удалось быстро решить этот вопрос. И я сразу перешел к следующему. Как итог, я очень хорошо подружился с ребятами, то есть, ну, они понимают теперь, что, допустим, я там выполняю классные задачки, и это, ну, достаточно большой плюс. Вот. Поэтому рекомендую очень изучить этот паттерн, потому что он используется повсеместно. Вот, кстати, по вьюхе у меня есть прям целый модуль. Вот, в плане вот этого паттерна. У меня есть прям целый модуль по заготовкам вьюхам, то есть, который я переиспользую. Я просто кидаю скрипты вьюх, и все, и их использую. Потому что они независимые, они не, ну, не зависят ни от презентера, ни от чего-то другого. Вот. Какие-то кастомные, конечно, я пишу сам. Вот. Но обычно я просто там час процентов 30-40 переиспользую. А если вообще не нужно кастомные даже писать, например, только кнопки, тексты, там карточки какие-нибудь, прогресс-бары, то вообще можно просто на том, что у вас уже заготовлено, все это сделать. Вот такая история, то есть, которой я лично, вот это мой опыт, который я хотел с вами поделиться на этом занятии. Есть дорожная карта, созданная собой. А что ты имеешь в виду? Созданная мной, может быть, или как? Так, давайте я демонстрацию выключу. Методы изучения и плюшки для ребят. Ой, это вообще отбавляй. Я самоучка, я все сам это прошел. Ну, в Телеграме это все описано у меня. Вот, прям с первого дня, там, закреп можешь посмотреть, там, прям с первого дня, что изучал, когда изучал, какие отклики делал. Прям дорожную карту могу рассказать. Ну, наверное, сейчас это просто разговор подольше будет. Вот, так вообще она есть, и там, кто меня спрашивает об этом, там, допустим, ну, могу поделиться, рассказать об этом. Изучение, что изучать, плюшки для ребят, то есть вот то, что актуально, спокойно могу сказать, понимаю, потому что там рынок, ну, понятное дело, сам откликался на вакансии, собеседование проходил, что спрашивают. А где телега, не вижу. А, ну, вообще, просто найди плов-код, ну, давай я этот скину свой просто ссылка на телеграм-канал, там есть этот, так, дайте скинуть. Вот, там есть мой ЛС. Если что. Вот, можно этот там тоже почитать про меня. Ну, я там введу просто так, как личный дневник, чтобы потом вспомнить, что было. Да и вообще это, может быть, замотивирует кого-нибудь. Так, ну, все, наверное, плюс один подписчик. Хорошо, круто, спасибо. Да, вот недавно, вот сегодня говорил про юнит-тест, кстати. Про юнит-тест сегодня писал на работе. Ну, то есть на проекте сейчас делаем, ну, там, фичу и тоже используют материал.
Что ж, все, если сейчас 22 в чате не будет, то давайте закругляться, то есть 22, если у вас есть вопросы. Если нет вопросов, то давайте закругляться. Спасибо большое за то, что сегодня были. Хорошего вам всем вечера. Надеюсь, помог там что-нибудь разобраться. И получилось вроде неплохо. Да, спасибо, что активничали, задавали вопросы. Это было очень здорово, приятно общаться с вами. Вот. Все, давайте. Пока-пока всем.